Ты готов? Путь не близкий. Мне нужно идти. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В Библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да, конечно, ясно. И Байк, твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. О, черт! Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно! Мне что, спуститься? Лейла? Лейла? Вернись! Лейла, ты слышишь? Детка! Я тебе не детка. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозли ее. Я тебя слушаю. Тебе нужно отдохнуть. Анимус не принимает. Я в норме. Ты, да, твои почки нет. Прими циклоспорин, пока они не отказали. Да, сестра Джири. Для тебя офицер медслужбы, Джири. Ну, как прошло? Моды на месте. Воспоминания очень четкие. И пусть только Абстерго теперь попробует не взять меня в проект Анимус. Отлично! И кто там у тебя? Его зовут Байек из Сивы. Он мстит за смерть сына. Он заинтересует Абстерго? Началось. Пойми, они вряд ли будут в восторге от твоих методов. Методички не мое. Да, ты скорее их сожжешь, а потом еще попрыгаешь сверху. Впрочем, коматозникам не до того, так что брысь за циклоспорином. Циклоспорин. Два кубика хватит. Не забудь протереть спиртом. Жаль, что не могу помочь. Ты очень мне помогаешь. Пусть даже из гостиницы. К тому же там есть кондей. Продолжу. Это так круто. Аккуратно! Мой долг защитить эту землю. В Александрии находится логово змея. Тут живет Айя. Я найду обоих.
Ветер поднимет пески. Имао, здесь живет мой друг Минихет. Возможно, он в храме. Как и всегда. Что-нибудь приглянулось? Прощай! Чем я могу тебе помочь? Ладно. Кто-нибудь из вас видел мою книгу мертвых? Не сбиться бы с пути.